Сотни чистых фасадов зданий и тысячи окон, свободных от навязчивой рекламы. В Краснодаре продолжают борьбу с визуальным мусором. С начала года в кубанской столице к единому дресс-коду привели уже более 600 зданий. Их владельцы делают все по правилам, которые разработали в городском департаменте архитектуры и градостроительства, а именно тщательно выбирают внешний вид, размер и место расположения рекламных конструкций. Работа, она, конечно, тяжелая, но, тем не менее, результат налицо, мы его видим. Уже и улицы очищаются, и настроение меняется, да, и в целом город, соответственно, по-другому начинает выглядеть, потому что, действительно, все это безобразие, которое висит на столбах, на окнах, на витринах, оно никоим образом не украшает на сегодняшний день столичный облик. В 2019 году владельцы торговых объектов Краснодара получили свыше 1500 требований исправить нарушения. Треть бизнесменов уже привели в порядок фасады и вывески. Отмечу, что за незаконную установку или эксплуатацию информационных и рекламных конструкций предусмотрено денежное наказание. Его размер для граждан, должностных и юридических лиц варьируется от 1000 до 1 000 000 рублей. Кроме того, штраф налагают за нарушение городских правил благоустройства от 1 до 50 тысяч рублей.